26 апреля жители Казани отмечают День родного языка. Студенты и преподаватели Казанского федерального университета устраивают мероприятия, посвященные значимости изучения татарского языка для сохранения национально-культурной идентичности. Несмотря на диалектальные и территориальные различия, татары являются единой нацией с единой культурой. В этом году наши студенты прочитали и свои произведения на разных языках, на татарском, русском и английском языках. Традиционно в институте проходят подобные мероприятия, и они проводятся не только ко дню родного языка. 26 апреля исполнилось 136 лет со дня рождения Габдуллы Тукая, который вошел в историю татарской литературы как великий поэт и литературный критик. Творческая деятельность поэта продолжалась всего 8 лет. За это время он успел стать символом татарской поэзии. Если Александра Сергеевича Пушкина называют солнцем русской поэзии, то Габдуллу Тукая называют солнцем татарской поэзии. То есть Тукай – это символ татарской литературы, татарской поэзии, татарской культуры. И если мы говорим о диалоге культур в масштабе всей страны, то так как все россияне знают Пушкина, так и все россияне знают Габдуллу Тукая. Напомним, что активное участие в организации праздника приняла Высшая школа национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая. Уже много лет она готовит бакалавров и магистров, знающих литературу и язык татарского и тюркских народов. Поэтому за культурную достоверность мероприятия сомневаться не приходится. Веста Хобер, Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.